Спасибо. Знаешь, Джек, за твоими ногтями ухаживать одно дело. Но чтобы с незнакомцами идти в ресторан, да еще и с этим... Все будет очень просто. Она на него даже не посмотрела. Это не будет похоже на настоящее свидание. Есть ли у вас еще немного этой божественной еды? О, неуклюжий муа. Спасибо. Я, конечно, общалась с бомжами, но они хотя бы были красивыми. И поэтому с ними можно было хоть куда-то пойти. Эта еда чудесна, Энн. Правда. Вы замечательный повар. И у вас отличный набор блюд. Джек, он пытается завязать беседу. Поговори с ним, он тебя не укусит. Спасибо. Пожалуйста. Вы знаете, а вы красивейшая женщина. У вас свой бизнес. Я удивлен, что какой-нибудь парень просто не загробастал вас. О, вы удивлены? Видимо, я просто не встретила такого. Что тут поделаешь? Знаете что? Я шокирован. У вас такое тело, могущее принести много детей. Все эти мужики, должно быть, сошли с ума. Многие уже и сошли. И ты? Потрясающая женщина, станешь пропадать прямо на моих глазах? Нет, это возмутительно. Не хочу этого даже слышать. Нет. Джейк, иди сюда. Давай же. Тогда я твой мужчина. Давай сделаем это прямо здесь. Или отправимся в то место, сотканное из великолепия, на траву. Прими мой волшебный жезл и раскрепости свои золотые сферы. Джейк. Ты знаешь, о чем я. Возьми мой пенис. Это такой замечательный способ сказать, что тебе кто-то нравится. Эй, застегни штаны. У тебя это заняло какое-то время. Какой у тебя размер? 50-й, 40-й? Да, это будет как раз. Дай мне знать, если что, потому что ты слишком хороша, чтобы пропасть даром.